Спонсор этого выпуска – магазин «Гаммозавр». Успей оформить предзаказ на GTA 5 до 31 марта и получи отличный бонус – 1,5 миллиона долларов внутриигровой валюты. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Бдё-бдё. Кто-кто? Кто? Нет, не стреляйте, отстаньте. Все, я забрался. Сейчас полез. Отсоси. Ну, ты убил, что ли? Да. Я ему без забав, похоже, пробил, он сорвался в лету. Как это, блядь, ты сделал? Та самая трава, которой нет, видишь? Вот теперь помнишь, мы как-то по полю ходили, и мы типа, у нас был этот, мы устраивали пикник где-то. Теперь тут реально можно пикничок устраивать. Этот ебарь летит тебе и убить. Блядь, чуть не убил. Ну тогда хуёво. А чё он меня-то наёбывает? Он специально... нашёл нас на... Да какая вызывай? Чё? Он, во-первых, кстати, нас ещё один раз. И он взорвал меня в этот раз. Ты отстреливайся, бля. Да, понимаешь, что открытая крыша — это самый худший вариант для погони. Сука, тупая шлюха на дороге. Я еду. Нет, это неплохая, потому что таким образом ты можешь хорошо отстреливаться. Нет, это все хуйня. Очень плохо. Ты рядом со мной хоть сидишь? Нет. Да, еще пока что, чудом. Не знаю, как меня не убило. Я тоже не знаю. Бери направо. Ебаные полицейские, сука, блядь. Бери направо. О, окей, начал заработать. Ой, я могу автозумиться отсюда. Я только что автозумился в чувака. Давай, набрал. Сука, нас... нас коп подтолкнул немного. Давай, переворачивай ее. Я переворачиваю. И езжай до самого конца. Самого конца? Направо, давай, до самого конца, направо. До самого конца езжай, до самого последнего, где будет истребитель. Там будет два истребителя. Там тоже истребители есть? Ну, или, по крайней мере, меня там высади. Налево сейчас, чуть левее бери. Левее бери! Вон там вот этот, вот который слева, видишь, истребитель. Вот этот. Слева, который сейчас! Ну или тот, который дальше, я не знаю, куда они. Стой, тихо, останься чуть-чуть. Все, езжай дальше. Дач. Окей, я смог улететь. Ты как там, ты тоже летишь? Да, но что-то прям мне не нравится, как они меня все... Мне не нравится... What the fuck? Меня взорвал вражеский истребитель. Вот да это. Они вообще шизанутые, они прям попадают только так. Да, кстати, не ботов забыли, а имбот убрать. Я, кстати, на несколько тысяч сейчас в минусе. О, то шикарно. Я 3000 потерял, пока на этом сервере закрылся. И детка, как уж. Может, мы на задании будешь больше, конечно, если. Там хотя бы меньше стресса. Это хорошо, когда у тебя... О, я, кстати, в городе, тут куча людей, которых убить надо в городе. Я обратил внимание, что я как-то одинаковых лиц не находил. Они прям так хорошо все сделали, что ли? Копы. Какой-то чувак, кажется, в стрип-клубе сидит. Да. Чувак в стрип-клубе сидит, которого убить надо. А вы что, уже не там? Fucking music. Я в город полетел. Я в аэропорт еду, но в городскую. Смотри, что у меня есть. Ну, так, смотри, да. Что у меня есть. Блять, я случайно пытаюсь... Блин, мне даже смотреть на тебя не надо было, просто посмотреть слева. А, меня ПВО убили, вот оно что. Я говорю, что... ПВО есть они или нет? А все еще есть. Ну а теперь там и истребители есть, и ПВО вообще все насосит. Фулл хаус. Ты или умираешь героем, или живешь достаточно долго, чтобы увидеть, как ты стал злодеем. Так вот и GTA, я считаю, абсолютно то же самое играю. Ты или достаточно долго живешь, что тебя все убивают, и ты такой убиваешь их раз пять, и все нормально. Или живешь достаточно долго, что ты своровал истребителей и всегда ебываешь на сервере. Или у тебя есть танк, я не знаю. А просто я ехал, остановился, сфотографировал и поехал дальше. Окей, должно хватить. Люди на твой инстаграм не подписаны. Ой, я все-таки прилетел. Интересно, как это выглядело от третьего лица. Блин, я вижу теперь чувака, но...
Я не могу его убить. А где вы все? Я летаю на истребителе. Я то там, то я то в одной стороне карты, то в другой стороне карты. Нет. Тихо, тихо. У меня тут... О, такой трюк я сложно сделал, все. Я думал, я вдруг по тебе стал стрелять. Потому что я стреляю, я пытаюсь найти чувака. Я бы сказал, что, блин, кто-то по мне стреляет, а тут я еще и сам не разбился. Ну, мне просто прям Uncharted. О, черт! Так, я не знаю, я вот выбираю правый самолет. Полечу на него. Она легче от третьего лица. Не знаю, чей это самолет, так что если мы вдруг столкнемся... Я не знаю, чей это самолет. А что, я не вижу, что так высоко, что ли? Вау! Этот хер, он отбивается ракетами, похож. У него ракетница есть. А что это за чувак? Кадли Файв. Да, это тот хер, который меня убил. Кадли Файв, давай-ка ты. Давай-ка ты успокоишься. А, я вижу, что так низко летаешь. Это ты, значит. Я могу его убить. Ну попробуй. Смотри, он меня пытается. Смотри, как это делается. Сейчас я тебе покажу. Смотри, подожди, сейчас. Нет, я не смогу сейчас в первый раз это сделать. Подожди, это на Титане летишь? Да. Да. Нет. Ты его не убил. Я его не убил. Он стреляет по мне. Что бога видно там? Да, и ты вправду так. Но ничего, я иду в рукопашку сейчас встречусь. У меня снайперка есть. Ты главное отвлекай. Ха-ха-ха. Пулемет хорошенький. Пулемет прям решает. Ты будешь его отвлекать. Там, кстати, кто-то на взлетной полосе стоит, которого надо убить. Угу. Я вижу его, я беру его на себя. Пол красиво. А я убил, но. Блин, по мне стреляют. Я убил того. Я их всех там убил. А, я его убил, но он успел убить других. Каким-то хером. Мне кажется, я убил его, и поэтому он и убил их. Почему я его не вижу? Кого? Ну, по мне стрелял парень, которого ты убил. Что он мертвый? Нет, он сейчас жив, и... А, он, может, мне... заказал у Лестера, потому что... И я его вижу на карте, я его не вижу, чисто сам не вижу. А. Это да. Как тот чувак так хорошо летал, этот нагибатор? Да реально скилл был. Чувака призвание. Класс. Призвание летать и бомбить. Жаль, что это плохое призвание. И никто этого не одобрит. О! Сейчас я постараюсь. Он прям чуть-чуть убежал от моей атаки, я прям видел как он. Пусть он дальше целится в тебя. Попал. А ты на чем летишь? Я снайпер. А. Пусть он сидит. Оп! А дважды попал. Он жив еще, он уезжает. Все. Нет. Молодец. Но я взорвал его транспорт, а мне минус 12 тысяч взяли за меня. Сука. 12 тысяч. Я же в самолете. Не считается. Я не вижу но того. Но зато я его бомбанул. Ричард, ты в горе что ли вообще? Че ты там делаешь? Тебя сбили. Че? Ну я спрыгнул. А, тебя подбило ПВО, да? Не-не, я просто спрыгнул. Ну, кстати, тут поезд, а я такой на-на-на поезд. На-на-на поезд из пулемета, на-на-на-на-на. Все весело поезд. Это ты снизу? Сватя. А, да. Ты его преследуешь? Нет. Я поезд сейчас на него сяду. Это лучше, чем Battlefield. Вот в Battlefield я так не летал никогда. А здесь могу полетать. Тут у меня немного жизни больше. Дольше. Причем этот чувак, он по мне пытался ракету пускать, теперь больше не пытается. Но я его все равно убил. Эмбра Энкл. Интересно, Кадди Файв этот 83. Он теперь пожалел о том, что он тогда приехал и убил меня. Или нет еще?
сколько раз я должен его еще убить, чтобы он пожалел об этом? Ох ты хер, что ты там делаешь? Ой, я что-то много убил даже сразу. Кокадифайв. О, это все петухи, я всех петухов убил. Он меня на дуэль вызвал. Да я же петухов убиваю. Ну, петушандры, давайте, давайте. На самолете пытались улететь от истребителя вообще. О чем разговор был? Бля, ебать. Они по мне из автомата стреляют. Надежде на что? Что я поскользнусь? Так, оп, сори, я, у меня пальчик соскочил, я умираю. Хочу посмотреть на анимацию. Вот смотри, опять кто-то умер, смотри, кто-то опять умер. Оп. Подожди, а это кто летает? Я тебя не убил еще. А, он сам умер, придурок. А почему мне не засчитали, что я убил? Я его заставил врезаться в эту землю. А что, может, задания какие-то пополняем? То я сейчас долетаю. Я хотел к вам прийти. Да, мы просто собирались. Потому что меня как бы пока что никто больше не спиздил. Окей, это что такое? Вы с этим слабым дерьмом уходите отсюда, музафакеры. Пока-пока. Пока-пока. Хотели на меня боевой вертолет вызвать. Хм. Ну хотя бы уезжайте отсюда для начала. Я же тут летаю. Ты что, не понял? Это мое воздушное пространство теперь. Я на нем женат. Попытка вертолета номер 2 называется, да? Давай посмотрим. Посмотрим. Окей, он успел залететь. И прям мои ракеты прям рядом с ним пролетели. Я чуть его не затаранил на самом деле носом. Вот я сейчас был момент, я такой думаю, затаранить отварили или нет? Че? Че, мы пойдем? А, ты теперь хочешь идти? А что ты делал? 5 часов назад мы хотели идти. О, да, Сейчас я взорву. О, найс, это было охуенно. Так, меня, кажется, подбили. Окей, меня подбили. What the fuck? Меня подбили, а выпрыгнул из истребителя и башку ударился об него. Че, создавай миссии? Блять. Не, ну это было круто. Окей, я как бы один мужчина тут, и я такой. Она такая, да-да, спасибо. Я такой, на тебе в лицо, на. А, вот, кстати, я могу напиться, вот сейчас вы увидите, как я упаду просто. А я во всех переместил в гараж вместо этого. Гриш Прайд. Я такой, быстро все в гараж, выбирайте. Извините, но по просьбе вы вылетаете в гараж. Ну, блядь, я только бонг выкурил. Как вам? Да хуйня! Чё хуйня? Я тебя убью сейчас. А, о, охуенно. Я про бонг говорил, что не надо было выкидывать меня. Так, а что мне убирать? Интересно, вы не можете? Вот почему вы не можете взять... А, вообще-то я могу включить так, что все могут сесть в машину. Давай, давай, я бы хотел, чтобы взять. Давай. Может, это поможет как-то сейчас. Можно я к личному транспорту твой возьму мотоцикл, пожалуйста? Сразу ты все установишь. Друзья. Да друзья никогда не работали же. Ну окей, все тогда. Ну может, починили? Не. Все. Не выйдет? У вас нет доступа к личному транспорту. Может, нам нужно было заново в гараж быть. Ну да, садись ко мне кто-нибудь. Ты хочешь в этой поехать? Джон Уик. Ну давай поедем в твой, если хочешь. Поехали. Да блин, я пришел к тебе сесть. Ну а давай в это. Я думал, какую машину ты ходишь? Да мне без разницы. Тут все равно нет моей крошки. Видишь, какая подсветочка. Мою крошку украли. Знаешь, что они сделали с моей собакой? В другом гараже у меня есть похожая. Эта машина ее вообще не заносит. Она, то есть, она постоянно продолжает ехать в том направлении, куда ты ее направляешь. Она мне очень нравится. То есть, вот мы сейчас вот зайдем. Видишь? Мы да. Все равно продолжили ехать. Просто охуенно. Ну ее причем добавили, ее в одном из обновлений добавили, вот эти, которые были. Мы сейчас Ричарда добавим. Потому что машина не такая элитная, как эта. Блин. Если вот не будут всякие Джон и Уики выезжать,
Он такой едет домой с собакой. И ты так просто. И собака вылетает в окно. И он такой. И понеслась. Вторая часть, как бы. Я такой, я первый. Только новую собаку купил и все. 25. А, подожди, там сейчас перестрелка будет. Никита, ты так хорошо пролетел, я тоже. Я думаю, сейчас обратно улетит. Похоже на вниз. Да. Ты приготовься стрелять. Да не стреляй сейчас! Только приготовься. Дай, смотри, какая подсветка клевая, да? Здесь. Мне себе фару разбил, блин. Надо было порочнее их делать. Скотч сверху. А то можешь заценить мою подсветку. Я заценю. Сейчас, подожди, оставайся так. Угоните паркетник. Ладно. Угоните паркетник, что? Угоните паркетник, блин. Может, это имеется в виду... Так, тогда не взрывай ничего. На предохранитель идешь. А, я играл эту миссию. На PlayStation 3. Ну, я вообще-то все миссии, кажется, играл. Я с 80 уровня новые у меня должны появиться. Так. Нахуя мы сюда въехали, если он где-то где он находится? Он реально в этих... Он как черепашка-ниндзя, что ли, тут спрятался? Но зато, конечно... Вау. Процарапал. Ой, черт, у меня взлетел. Передок. Тупик. Не тупик. Все мы, да? Ричард сломал, блин. А что-то нет, я проехал. А вот тот чувак, наверное, не проехал. Нет, он тоже проехал. Не стреляет, бля. А, вот этот злодей. Окей, стреляй тогда в ответ. Да как я, не шагу назад. Я стреляю. What the fuck? Да я не хотел взрывать твою машину, что за хуйня? Она просто на какой-то баллон заехала и взорвалась. И я за это заплатил опять деньги. Да вы заебались мне деньги брать. Блин, чё мне... Чё ты не стреляешь? Я стреляю, у меня патрон заканчивается. Я сам их давлю в итоге всех. Ну вот так и делай. Так. Джон Вик тоже мне. Да я, блин, просто не стоишь своих денег. Ричард заспавнился, у нас была еще жизнь еще одна. Не было. То есть ты сдох. Совсем. Ну. И ты сдох. Вы сзади не доубили, чуваков. Как же они там рядом с вами? Я думаю, что вообще-то не стоило вообще выход. А они их не было, они приспавнились. Шикарно. А я их убиваю. А вообще на машине туда поеду. А хуя мы вышли вообще? Я не знаю, я думал, мы сейчас заберем машину там эту и все. Расстреляем всех и заберем. А, там, вот в принципе, эти нужно никого... собрать. А он что, едет что ли? Да, вот эту херню надо собрать. Поехали. Ну, миссия, кстати, клевая. Я помню, что она мне понравилась, когда я играл. Даже в первый раз. Они тут спрятались реально как черепашки-ниндзя какие-то. Сейчас смотри. Дай бару ролл, а чёрт. Ладно. What the fuck are you doing, там кто кричит. Сочи, ты жив? Нет, конечно. И этот чувак сдох, все сдохли. Один я, Надежда, наш последний. Нужно одну машину достать? Вот ты Надежда, а я Наташа. Да! Вот так вот. Как он всё звездец. Я почти расстрелял, но... да. Только их было раз в 20 больше тебя. Ну дадут денег. Быстрый рестарт. А, да, да, я думал, что ты говоришь, а потом такой... и все. Аккуратненько въезжаем, никто не взрывает другие машины, никто не выплачивает деньги за эти машины, потому что я... Можно напиться сначала? У меня нету денег теперь, почему? Я как будто, когда у меня были деньги, я никому ничего не выплачивал, теперь у меня их нету, теперь... Я взорвал твою машину, держи. Да пускай он мой номер вначале найдет. Это как будешь говорить своим адвокатом, ничего не взрывал. Это было недоразумение. Знаете, где я появился? Где? Что да, произошло? По просьбе владельца вы будете перемещены в гараж. Да хватит меня перемещать. Я владелец, я решаю. Я
Подожди, а где моя машина? Давай возьмем в этот раз что-то получше, бронированный, может быть. Новый ник. Давай вот это возьмем. На этом все могут ехать. Вот это? Хорошо, я сзади хочу сесть, можно? Давай. Нет, так для тебя точно бег начнет. Ты хочешь побыстрее сдохнуть, чтобы потом такой, а что это мы сдохнули? О, это прям как та машина, что украли у меня, только она была. А можно еще раз небоскреб поиграть? Нет, не совсем, да, она другая. Давай вначале еще это раз пройдем. А мы не прошли ведь, да? Нет, я зарестартили же. Да, я забыл что-то. Я думал, что мы зарестартили, почему-то начал думать, что прогинули уже. Это у меня Crazy Taxi. It's Crazy Days. Кто-нибудь играл в Crazy Taxi? Да, я играл еще и на PSP, когда это было. Слышишь, рев метеора? Не, я звук выключил. Мог бы подыграть, не знаю. Да, слышишь, все отлично. А ну все вообще прям. Да. Вот именно, кстати, прям, кстати, такой звук и есть. Ты, кстати, попадал, он мне как раз стал подзависать как-то этот звук, и ты так дрын-дын, и он такой дрын-дын-дын, прям очень попал. Он решил со мной это фит замутить совместно. А зачем? Я могу просто так съехать. И впрямь. Тем более у меня такая посадка высокая, что я даже не утону. Я как катер. Только не внутрь, катер. Внутрь я такой вас. Внутрь, поехали. Это... Еще можно цитату этого. Только в этот раз... Вау, у меня слетел бок, ты видел? Знаешь, какой у меня бок некрасивый. Да. Ричард на мотоцикле, рискованный парень, сейчас его первым грохнут, стопуду. Мои ставки на то, что... Давайте, чьи ставки, кто умрет первым? Ты его там убьёшь, сначала доехать надо. Я ставлю, что Ричард умрет первым по каким-то причинам. Независимым от меня. Сломаем ту, и все, и он не сможет забрать. Какой перегород? Не перегородка это. Ты про нос говоришь? Там не перегородка. Называется. А переносится. Ну не знаю, перегородка. Какая перегородка? Что она перегораживает? Нос. Доктор, я перегородку сломал. Да. Сколько раз ты ломал свою перегородку? Очень много на самом деле. Больше, чем хотелось бы. Че ты. Ну вот сейчас Ричард умрет первым, я же говорю. Я думаю, что эта штука специально сделана, чтобы типа машины сюда не проезжали. Осторожно, Ричард. Я такой фары включаю, такой пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Эй, я не грущу, я просто это, я много говорил, у меня челюсть болит. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. It's crazy, Текси. Поэтому я молчу уже сторону. А чё у меня нет оружия? Носовая перегородка. Вон. Вот видишь? А ты мне заливал-то чё? Что я заливал? Может друг друга не убил случайно, да? Заливной ты такой, а? Заливной? Я не могу стрелять даже по вам, по-моему. Воу-воу-воу, что происходит? А, я зарулил. Да, теперь все могут пойти. Эй! Это не заставляй меня пожалеть об этом. Это нет, я лучше... Это дистрикт-территория! Я лучше отпеню эту фигню. Пассажиры, вот. Нет! Нет! Пассажиры. Нет! Только пассажирам. Собака, моя машина, а теперь и эта машина. А это никогда и не было твоей машины. Будьте бдительны, сзади могут вернуться. Ну, Джон Вик, ты мне мешаешь стрелять вообще. Я вообще за всех. Сзади! Убиваю. Стреляю по своей машине, за. А чё только один вернулся? Тот чувак уже подох. Вроде высокий уровень, не умирает. Странно. Знаешь, у бабочки, эти что ли, они... уровни эти получились? Умирает на расстоянии, попадает в херпами. Надо броники покупать. Фу. Не, у меня челюсть здесь начала болеть, когда я утром проснулся, начал кушать, и что-то я как-то не так и повернул. Типа того. Да. Около глаз, там где этот находится. А если бы мы были пошляками, можно было пошутить, почему на самом деле у тебя челюсть болит.
И как бы шутить. Но мы не такие люди. Ты тут среди друзей, да. Тут, кстати, едет метро. Реально, смотри. Поезд едет. Да, мы в курсе. Трамвайчик приехал. О, прикольно. Я запрыгну на него. Хуя! Не умирай, все, надо запрыгивать. Да мне надо в жизни восстановить. А где машина? Сзади люди спавнятся. Вон машина спереди. Все, быстро пошел, забирай сюда. Одну, но при этом остановись там будет. Чуть не сдох. Так, постоим на месте, потому что нездоровье надо остановить. Мне кажется, я пару раз по колесам попал, поэтому у нас у всех спущенные шины, наверное. А вот мотоцикл. Чё? Мой мотоцикл. Неприлично говорить с набитым ртом, тем более, когда ты он там лежит, говоришь, что у тебя проблемы с челюстью. В конце. Ты можешь подумать, что ты его там не оставлял, но ты оставил его, это ты. Осторожнее, остановись раньше времени. Хорошо. Остановись там, что где я. Они так орут. Damn fucker now. Сосите мой гранатомет, например. Как вам мое предложение, а? Нравится? Тут все горит теперь. Тут прям Far Cry какой-то. Все горит! Все горит! Да где там ничего? Тут реально все горит. Я все взорвал, у тебя там волна огня расходится, как в Far Cry. Тут дерево горит реально в этой игре. Я иду смотреть. Осторожней. Я не могу проехать. Да вот мы. Да че ты не можешь проехать? Вообще-то я тут расстреливаю людей, ты мне мешаешь. Сейчас я разгонюсь. Да я отъеду сам. О, и у нас там взрывчатка какая-то. Или что-то типа того. Да, ты поэтому не пытайся взорваться. Там осторожно, противники будут. Я его убил. Всех? Он до сих пор жив, нет, аккуратней. Не забудь его додавить. Вау! Да ты не видел, как там все горит. О, черт, я сейчас загорюсь. Блин, я горю! Надеюсь, эта взрывчатка не взорвется, блядь. Из огня. Не взорвется. Там что-то бомбануло. Бомбануло. Может, это из меня выпадает немного. Круто. Я за тебя еду, поэтому аккуратно, пожалуйста. Ты как бы в меня не влетай, и все будет. Ну, чуваки, ну ёп. Чё ты развернулся назад? Я за тобой еду, оказывается, вообще-то не туда поехал. Ну что происходит? Это продолжается, это дерьмо продолжается. Смотри, нет! Вы их отвлекаете. Да, вот тебе надо ехать. Может, если я один доставлю, это уже будет считаться миссией. Не, не будет. Да, блять, ебало я этих автоимы. Что-то ты не можешь, я понимаю. Да просто автоботы, они... Автоботы. Все, я, блядь, автобот. Да я же их убиваю. Оптимус Прайм, сука. Даже Соти, ты-то куда погнал? Я вот еду, у меня мой навигатор показывает вот так. Твой навигатор из Китая. Мой навигатор, блин, он нормальный, я Джон Вик. Блин, у меня это самое лучшее. Я не знаю, что говорить, говорю, я Джон Вик. All justified. Все нормально. Довёз. Помогите доставить паркетники. Такой, знаешь, это типа Ubisoft, не дадим игру до релиза, ты такой, Джон Вик. Ну ладно, держи. Все, проблем нет. Я такой стою спиной такой, гони давай, доставляй. Джон приехал к нам. Кто прошел? Мы прошли. Да. Смотри, сколько нам дают. О, да, 22 штуки. Да. Это зарплата Джона Вика. Вот этот хер, он, наверное, который 71 уровня, просто приходит другим чувакам и вместе с ними, типа, подлива такая. О, всего-то 10 убил. Да, вообще-то тоже никого вообще не убил.
Как ты вообще умудрился одного убить, и при этом... Как ты умудрился только одного убить? Я вообще не знаю, по-моему, я никого не убивал. Пацифист, Шунгик.